В Башкирии 8-летняя девочка так спешила в школу, что в результате оказалась на больничной койке. Дети опаздывали на урок, поэтому, естественно, решили сократить путь и перебежать дорогу в неположенном месте. Они выскочили на проезжую часть из-за припаркованных машин так внезапно, что водитель просто физически не успел затормозить. Двое школьников, кстати, заметили автомобиль и вовремя остановились, а вот их сверстница, вы видите это на своих кадрах, несмотря на опасность, все равно продолжила бежать. Ну, в итоге попала под машину и сейчас находится в реанимации.